Лабиринт.ру. На конкурс дети читают стихи. Навоев Андрей, 9 лет. Геннадий Ладонщиков. Вместе с дедушкой. Мы вместе в парк идем встречать седых солдат, как он. Они там будут вспоминать свой храбрый батальон. Они там по душам поговорят о всех делах страны. О ранах, что еще болят с далеких дней войны. Походы вспомнят и бои, окопный не уют. И песни бравые свои, наверное, споют. Споют о мужестве друзей, что в землю полегли. Споют о родине своей, что от врагов спасли. Спасли народ из разных стран, от рабства и огня. Я рад, что дедушка Иван берет с собой меня.